Колоритные казаки с саблями, пиками, на сильных тренированных лошадях, рубленые избы и девчата в национальных костюмах – жемчужина Луганской области. Это областной казачий конный театр, созданный в далеком 2000 году. Вся эта красота находится в небольшом поселке Меловое. Уже при подходе к месту, где расположен театр, чувствуется особая атмосфера. Деревянные ворота, частокол, каплычка – настоящая казацкая застава. В середине – та же картина. Избы в национальном стиле и, конечно же, мужественные казаки и их прекрасные казачки. Здесь они выгуливают своих любимцев, оттачивая свое театральное мастерство и обучаются новым трюкам. Как поясняет руководитель конного театра, сейчас происходит разминка, она необходима для разогрева лошадей. После нее начнется театрализованное представление. Причем в своих постановках артисты не просто показывают умение верховой езды, джигитовки и вольтежирования, а разыгрывают перед зрителем настоящие спектакли с сюжетной линией и драматическими режиссерскими приемами. Первый пробный заезд и представление начинается. Дичь, то матинка наша, а не жба ваша. Чисте поле та добрі кі. Ось ваша ніжба. А батьки шаблю. Бачу. Ось ваша матір. Тільки на тічі справжня школа. Тільки там наберетесь розуму. А люди на тічі звуться козаками. І розкидала їх по всьому світу. Що майрак, то козак. Хто такі? Що на тічі забули? То не гнівайся, хлопці козачі. Я привів на тічі своїх синів, щоб виховати з них справжніх козаків. А давай спитаємо твоїх синів, яких вони знають гетьмані українську. Згода! А ну назвіть, кого знаєте. Дорошенко, Сагайдачний. Іван Богун, Богдан Хмельницький. Так, дійсно, хлопці. Все вірно. Добрих гетьманів завжди Україна мала. Гетьманів країн чужих не потребувала. І при кожному дворі, хто про те забуде, у змаганнях час минав лицарського люду. По замислу автора спектакля, казаки відправляються на війну з басурманами. Именно эта часть насыщена различными акробатическими трюками на лошадях, умением ловко работать с обязательными казачьими атрибутами – саблей, пикой и кнутом. А казаки кажуть, ти у нас сміливий. Сміливий. А давай зараз перевіримо тебе, а? Згода. А ну пішли зі мною. Зараз побачимо, який ти у нас сміливий. А ну становись тут. Зай! Що таке? А що це ти мороз? Такий сміливий у нас. Сміливий? Сміливий. А давай до мене на
плечі, щоб не втік. Згода, стрибнеш! Стрибнуть! А ну, стрибни! Зараз побачив! Ну! Ні! Хлопче! Чого? Та не через нього! А на нього потрібно! На нього! На нього! Та я стрибну і не впаду! А ну, стрибни! Оце стрибну! Що ти залігся на корову, то, а? А чого ти тремтиш, хлопче? Та це не я, привіт! Та я бачу, хто це! А ну, тримай! Ти не відійсь, ове? Нам не відомо гляне! Само представление по времени длится около часа и требует от актеров большого мастерства и выносливости. А этого достигают длительными тренировками. На самый простой трюк требуется не меньше 2 месяцев. Давай! Давай, козачи! После спектакля мы смогли пообщаться с исполнителями трюков, узнать, что они чувствуют, когда играют свои роли. Не передать, а ощущения такие, что выезжаешь, музыка начинает играть. Во-первых, лошади сразу начинают себя вести совсем по-другому. В конюшне стоят они по-своему, на проездке мы тренируемся они по-своему. Как только музыка начинается, все, у них тоже настроение такое поднимается. О лошадях здесь вообще говорят много и все. Каждый из наездников должен досконально изучить своих четвероногих напарников. Лошадки есть разные. Есть спокойные, есть строгие, всякие есть. Не захочет бежать, все, ты его, нужно его так сделать, чтобы оно побежало, понимаете? Ну, чтобы не он тобой руководил, а ты им руководил. Здесь ну, не то, что сел и поехал, это такого здесь, в спорте... У нас здесь такого нету, чтобы сел и поехал сразу. Нам привезли лошадь, мы посмотрели, взяли, у нас есть такое кордо, называется, по кружочку ездим. И здесь посмотрели, что, как она боится. Хлопец садится, начинает ножками работать, не шугается. Значит, хорошо, давай, блин, начинаем трюки на нем делать, чтобы он привыкал. Не отстает от мужчин и прекрасная их половина, казачки. Они тоже с лошадьми на «ты». Леопард, мы его зовем Лео. Он очень любит общество. Когда он остается один... Он становится нервным, ему нужно только общество, только лошади. Любит конфеты, яблоки. Он выходит со мной вообще без ничего, без сбруи. И ходит, ну, как собачка, да. Валяемся с ним на песке летом, вот здесь вот, на дорожке. Всего в казачьем конном театре 11 лошадей. Сам коллектив насчитывает около 30 человек. Некоторые из них работают с момента основания театра. Объединила их одна страсть – любовь к лошадям. В театр я пришла быстрее всего, потому что очень любила лошадей. Всегда мне хотелось ездить. И до этого не могла сидеть просто на лошади и боялась. Потом Людмила Григорьевна... Я просто ходила, сначала каталась. А потом Людмила Григорьевна, она у нас директор была, она пригласила меня как работать. Я стала работать, выступления, мне все это очень нравится. Хорошо. По словам нынешнего руководителя театра, актеров они отбирают скрупулезно. Здоровье, физическая подготовка и, конечно же, стремление к обучению, познанию новых трюков и совершенствованию уже отработанных. Где-то мы учимся у других артистов, где-то мы высматриваем, где-то смотрим в интернете и свои трюки мы усовершенствуем, ну, чтобы было более интересно. Казачий театр пользуется большой популярностью и уже совершает свои маленькие турне по всей Украине. Мы в этом году, в 2015 году, то начали свои туризные представления из Закарпатщины. Нас приглашали на то маленькое турне. Мы были в Ужгороде, были в Синевир и были в Межгирье. Приглашал нас Томаскаль Геннадий Геннадьевич, которому большое то спасибо ему. Вот. Когда приехали с турне,
Поехали выступать в Донецкую область, село Рубцы, село Торское. Ну и по месту здесь к нам начали то приезжать туристы, начали то показывать им выступления. Ну и по Луганской области. Кроме лошадей и театральных представлений, казаки гордятся и своим маленьким зоопарком. Ослики, пони, байбак, олени, даже верблюдица по имени Зухра. По словам сотрудников театра, после каждого выступления дети, а они основные и самые преданные зрители театра, имеют возможность прокатиться и на пони, и на корабле пустыни в верблюдице. Иван Полупанов, Илья Трофимов.